Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как связать вот такой очень симпатичный резной ажурный колокольчик для новогодней и рождественской елки. Этот колокольчик около 12 сантиметров в высоту, включая держатель, и около 7 сантиметров в диаметре. И я буду его вязать, используя вот такие хлопчатобумажные нитки номер 10 в 50 граммах 280 метров. И крючок, который почти 2 миллиметра, 1,95. Начнем вязание с держателя, для которого сделаем цепочку из 15 воздушных петелек. Замкнем ее в кольцо и в это колечко свяжем 28 столбиков без накида. Ну или несколько меньше или больше, в зависимости от того, сколько вам понадобится, чтобы плотненько уложить эти столбики без накида в колечко. Итак, начинаем вязать цепочку из воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сделаем соединительный столбик в первую из этих воздушных петелек. И включая эту ниточку в работу, ввязывая ее, мы будем делать столбики без накида. Начнем с воздушной петельки. И теперь столбики без накида. 1. 2, вяжем их довольно плотненько, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28. И теперь мы свяжем соединительный столбик вот в этот первый столбик без накида этого ряда. Вот таким образом у нас получилось колечко. И теперь мы будем вязать столбики с накидом, разделенные двумя воздушными петельками. Всего мы сделаем 8 столбиков в этом ряду. Вместо первого столбика свяжем 3 воздушные петельки и еще 2 воздушные петли для разделения. То есть начинаем с 5. И теперь столбик с накидом в это же место, откуда у нас начиналась эта цепочка из 5 воздушных петелек. 2 воздушные петли для разделения. Вновь столбик с накидом в это же место. 2 воздушные петли для разделения. Еще столбик с накидом. Все столбики мы вяжем в то же самое место. Вот я связала 5. 2 воздушные петли, 6, 2 воздушные петли, 7, 2 воздушные петли, 8. И теперь 2 воздушные петли и делаем соединительный столбик в третью воздушную петельку. Соединительный столбик. Вот таким образом получился ряд из 8 столбиков с накидом. В следующем ряду вяжем столбики без накида. Столбик без накида в столбик с накидом. 2 столбика без накида в воздушные петельки.
Итак, повторим 8 раз. Таким образом, в конце ряда у нас будет 24 столбика без накида. Вначале сделаем воздушную петельку и столбик без накида в это же место. Теперь 2 столбика без накида по цепочку из 2 воздушных петелек. Столбик без накида в столбик с накидом. 2 столбика без накида, воздушные петельки. Столбик без накида в столбик с накидом. 2 в промежуток между столбиками. Продолжайте так работать, пока не свяжете все 24 столбика без накида. В конце ряда сделайте соединительный столбик в первый столбик этого ряда. Так. В следующем ряду мы будем вязать цепочки из воздушных петелек с пико. Продолжим эту цепочку, сделаем пико. Продолжим эту цепочку и далее соединительные столбики в столбике без накида. Начнем с 7 воздушных петелек. 4, 5, 6, 7. И сделаем соединительный столбик в четвертую петельку от крючка, то есть в среднюю из тех, что мы связали. За одну ниточку делаем соединительный столбик. Повторяем это, то есть делаем 7 воздушных петелек. 4, 5, 6, 7. Находим среднюю из этих петелек, то есть четвертую от крючка. Вводим туда крючок под одну ниточку. Соединительный столбик и 3 воздушные петельки. Вот такая у нас цепочка с 2 пико получилась. И теперь мы возвращаемся к началу этой цепочки и сделаем соединительный столбик в это же место. Теперь мы сделаем 2 соединительных столбика в 2 столбика без накида, что мы связали в промежутке между столбиками с накидом первого ряда. И соединительный столбик в столбик без накида над столбиком с накидом. Таким образом, мы связали 4 соединительных столбика. И повторим процесс. 7 воздушных петелек. Крючок в четвертую петельку от крючка, соединительный столбик. 7 воздушных петелек, 5, 6, 7. Крючок в серединку. И еще 3 воздушные петли. И соединительный столбик в то же самое место, откуда мы начинали эти цепочки. И еще соединительные столбики. 1, 2, 3. Всего мы связали 4 соединительных столбика. И сейчас вновь находимся вот над этим столбиком с накидом. Сделаем 7 воздушных петелек. Соединительный столбик в серединку этой цепочки. 7 воздушных петелек, 5, 6, 7, соединительный столбик в серединку этой цепочки, 3 воздушные петли и 4 столбика без накида. Первый в то же место, откуда мы начинали эту цепочку, и затем второй, третий. И четвертый, чтобы оказаться вот над этим столбиком с накидом. Продолжайте, пожалуйста, работать. Таким образом, свяжите еще 5 цепочек таких. В конце ряда сделайте соединительный столбик вот в тот столбик, с которого этот ряд начинался.
И этот ряд готов. Теперь мы переходим вот к этой части узора. Мы будем вязать столбики без накида в серединку каждой цепочки, что мы только что связали, и затем 4 воздушные петли. Вновь столбик без накида, 4 воздушные петли. Вначале нам нужно добраться вот до этой части рисунка для верхушки этой первой цепочки. Можно, конечно, нитку отрезать и начать следующий ряд здесь, но я по возможности предпочитаю нитку не отрезать, а продолжать работать. Поэтому я использую соединительные столбики, чтобы туда добраться. Итак, делаю соединительные столбики в каждую из петелек вот этой первой воздушной цепочки под одну ниточку. Нитку подхватываю, протягиваю. Следующая воздушная петелька, нитку подхватываю, протягиваю. Следующая воздушная петелька. И следующая. Там, где у нас начинается пико. Теперь пико я собираюсь пропустить, причем оставить его на наружной стороне работы, на лицевой стороне. Немного вытяну вот эту нитку, чтобы не стягивать работу. И сделаю следующий соединительный столбик в следующую петельку. Вот так. Таким образом, пико у нас осталось здесь на поверхности, на лицевой стороне. И соединительный столбик в следующую петельку. И вот теперь я подошла к центральной петельке этой части рисунка. Здесь я уже сделаю соединительный столбик под 2 петли и могу продолжать работу. Воздушная петелька, столбик без накида сюда же, 4 воздушные петли. Перехожу к следующей цепочке, нахожу среднюю петельку под 2 ниточки, столбик без накида, 4 воздушные петли. То же самое делаем со следующей цепочкой. Находим центральную петельку, вот эту из 3, среднюю, столбик без накида, 4 воздушные петли. И продолжайте, пожалуйста, таким образом вязать этот ряд. В конце ряда сделайте соединительный столбик вот в этот первый столбик без накида. И этот ряд готов. В следующем ряду мы будем вязать столбики без накида в каждый из столбиков без накида, что мы сделали в предыдущем ряду. Далее 2 столбика без накида пико, 2 столбика без накида, и повторим это 8 раз. Итак, начнем с воздушной петли и столбика без накида в это же место. Теперь 2 столбика без накида под цепочку, 4 воздушные петли для пико, столбик соединительный в первую из этих 4 петелек и 2 столбика без накида. Вновь столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда. 2 столбика под цепочку. 4 воздушные петли. Соединительный столбик в первую воздушную петельку. 2 столбика без накида в цепочку. Столбик, столбик, 2 столбика под цепочку, 4 воздушные петли, соединительный столбик в первую из 4, 2 столбика без накида. И продолжите, пожалуйста, вязать этот ряд таким образом.
конце ряда соединительный столбик в первый столбик ряда. Вот так. Следующий ряд очень простой. В каждый пятый столбик без накида мы будем вязать столбик без накида и затем воздушную цепочку из 11 воздушных петелек. Итак, воздушная петелька, столбик без накида сюда же, 11 воздушных петель, 6, 9, 11. Пропускаем 2 столбика, пико 2 столбика, и вот в этот столбик в серединке вяжем столбик без накида. 11 воздушных петелек, 3, 6, 9, 11. Вновь пропускаем 2 столбика, пико 2 столбика и вяжем столбик без накида. 11 воздушных петелек, 6, 9, 10, 11 и столбик без накида в средний из этих 5. И продолжайте, пожалуйста, работать таким образом. В конце ряда соединительный столбик в первый столбик без накида, что мы сделали в этом ряду. Теперь в каждую цепочку, что мы только что связали, мы сделаем 4 воздушные петли, столбик без накида, 5 воздушных петелек, столбик без накида, 4 воздушные петли и столбик без накида в столбик, что у нас связан в предыдущем ряду. Итак, 4 воздушные петли. Столбик без накида просто под цепочку. 5 воздушных петелек, столбик без накида под цепочку. 4 воздушные петли. И теперь столбик в столбик без накида. Так, 4 воздушные петли вновь. Столбик под цепочку, 5 воздушных петель, столбик под цепочку, 4 воздушные петли и столбик в столбик между этими цепочками. И еще раз 4 воздушные петли, столбик без накида, 5 воздушных петелек, столбик без накида, 4 воздушные петли и столбик в столбик. Закончите, пожалуйста, этот ряд самостоятельно. В конце ряда 4 воздушные петли и соединительный столбик, то место, откуда у нас ряд начинался. В следующем ряду мы будем эти воздушные цепочки обвязывать. В столбик без накида мы опять же сделаем столбик без накида, затем одну воздушную петельку, в цепочку из 4 воздушных петель сделаем 3 столбика без накида, 2 воздушные петельки для подъема, потому что начинаем вязать столбики с накидом, мы свяжем 4 их, затем одну воздушную петельку, столбик с 2 накидами, и затем все повторим в обратном порядке. Одну воздушную петельку, 4 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика без накида, 1 воздушную петельку, столбик без накида. Итак, воздушная петелька, столбик без накида
сюда же 1 воздушная петля. Теперь вот в эту цепочку из 4 петелек свяжем 3 столбика без накида. 2 воздушные петли. Пропустим этот столбик без накида. Начинаем вязать столбики с накидом. 1, 2, 3, 4. В серединке у нас будет столбик с 2 накидами, поэтому сделаем воздушную петельку для подъема, сделаем 2 накида, столбик с 2 накидами, 1 воздушную петельку, чтобы спуститься пониже, 4 столбика с накидом, 2, 3, 4. Столбик без накида пропускаем, делаем 2 воздушные петли, переходим в цепочку из 4, вяжем 3 столбика без накида, 1 воздушная петелька и столбик без накида в столбик без накида. Вот такой у нас кокошничек получился. Повторим это еще раз. Воздушная петелька. В цепочку из 4 3 столбика без накида, 2 воздушные петли, 4 столбика с накидом, 1, 2, 3, 4, 1 воздушная петелька, столбик с 2 накидами, 1 воздушная петелька, 4 столбика с накидом, 2 воздушные петельки. Цепочку из 4, 3 столбика без накида, 1 воздушная петелька, столбик без накида, в столбик без накида, 1 воздушная петелька, 3 столбика без накида, 2 воздушные петельки, 4 столбика с накидом в цепочку из 5, 1 воздушная петелька, столбик с 2 накидами, 1 воздушная петелька, 4 столбика с накидами, 1 накидом, 2 воздушные петельки в цепочку, 3 столбика без накида, 1 воздушная петелька и столбик без накида. Продолжайте, пожалуйста, работать таким образом. В конце ряда после 1 воздушной петельки соединительный столбик первый столбик этого ряда, и ряд закончен. И теперь мы переходим к последней части работы, где мы вновь будем вязать столбики без накида и цепочки из воздушных петелек. Столбик без накида, 7 воздушных петелек. Вновь нам сначала нужно добраться до верхушки этого рисунка. И вновь я это сделаю соединительными столбиками. Первый соединительный столбик пойдет вот в эту воздушную петельку начала ряда. Теперь 3 соединительных столбика в 3 столбика без накида. Два соединительных столбика
под цепочку из двух воздушных петелек, соединительные столбики в столбики с накидом. Здесь у нас их 4. Соединительный столбик в воздушную петельку и соединительный столбик в столбик с двумя накидами. Вот мы оказались в верхушке этой части рисунка. Теперь воздушная петелька и столбик без накида сюда же. 7 воздушных петель. 3, 6, 7. Делаем столбик без накида в столбик с двумя накидами. 7 воздушных петелек. 3, 6, 7. Столбик без накида в столбик с двумя накидами. 7 воздушных петелек. Столбик без накида. И закончите этот узор, пожалуйста. В конце ряда соединительный столбик в первый столбик без накида. Теперь мы будем вязать столбики без накида в каждый столбик без накида предыдущего ряда и в каждую воздушную петельку. То есть всего у нас получится 64 столбика без накида. И затем свяжем еще один ряд из 64 столбиков без накида. Итак, воздушная петелька, столбик без накида. Затем можно вязать под цепочку или можно вязать в цепочку, чтобы получилось аккуратнее. В каждую петельку под одну ниточку я вяжу столбик без накида. Вот это 4, 5, 6, 7. Столбик без накида в столбик. И вновь в цепочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Столбик в столбик. Продолжайте, пожалуйста, так работать, а потом сделайте еще один ряд из столбиков без накида. В следующем ряду тоже будем вязать столбики без накида, только группами по 4. Мы свяжем 4 столбика, затем цепочку из 6 воздушных петелек. 4 столбика, цепочку из 6. Начнем с воздушной петельки и столбика без накида в то же место и еще 2 столбиков без накида. То есть в этой группе мы пока сделаем 3 и затем в самом конце ряда мы сделаем еще 1. Теперь цепочка из 6 воздушных петелек. 6. Пропустим 4 столбика. Свяжем. 1, 2, 3, 4. Цепочка из 6 воздушных петелек. Вновь пропустим 1, 2, 3, 4. 4 свяжем. Шесть воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 4 столбика. Таким образом, у нас в конце ряда получится 8 цепочек из 6 воздушных петелек. Продолжайте, пожалуйста, работать таким образом. В конце ряда, после того, как связали последние 6 воздушных петелек, пропускаем 4 столбика без накида, делаем столбик без накида в следующий и соединительный столбик в первый столбик ряда. Вот так.
Теперь приступаем к вязанию последнего ряда, где над четырьмя столбиками без накида мы свяжем 2 столбика без накида. Затем сделаем пико в цепочку 3 столбика без накида, пико 3 столбика, пико, и повторим это еще 7 раз. Так, начнем с воздушной петельки и столбика без накида в то же место и следующего столбика без накида. Вот мы связали 2. Теперь 4 воздушные петли для пико. Соединительный столбик в первую из этих 4 и переходим к этой цепочке. Вяжем 1, 2, 3 столбика без накида. 4 воздушные петли для пико. Соединительный столбик в первую из этих 4. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 4 воздушные петли для следующего пико. Соединительный столбик в первую. И теперь пропускаем 1 столбик. В следующий делаем столбик без накида и в следующий столбик без накида. Пропускаем последний столбик без накида. Делаем пико, соединительный столбик. Работаем под цепочку. 1, 2, 3 столбика без накида, пико на 4 воздушных петельках. Соединительный столбик, 3 столбика без накида, вновь пико, соединительный столбик, пропускаем столбик, делаем 2 столбика без накида, пико, соединительный столбик, под цепочку 1, 2, 3 столбика без накида, пико, соединительный столбик, 3 столбика без накида, пико, 4 воздушные петли, соединительный столбик. И вновь переходим к 2 центральным столбикам без накида. Закончите, пожалуйста, работу самостоятельно. И вот колокольчик почти готов. Осталось его только накрахмалить. Я крахмалю и сушу колокольчики на разных формах. Некоторые из них я сама слепила из глины и обтянула пластиком. Другие мой сын распечатал на 3D-принтере. Посмотрите, возможно, вы найдете что-то подходящее по форме либо на кухне, либо среди детских игрушек. Можно использовать также пластилин, чтобы получилась необходимая для данного колокольчика форма. И если вы не уверены, как крахмалить вязаные изделия, у меня на канале есть видео. Посмотрите, пожалуйста. А затем замочите связанный колокольчик в крахмальном клейстере. Как следует отожмите, растяните на форме и оставьте сушиться приблизительно на сутки. На этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео и колокольчик, который мы вместе связали. Если так, то, пожалуйста, нажмите на кнопочку лайк. И если вы еще не подписаны на канал, но хотите быть в курсе новых проектов, подписывайтесь и нажимайте кнопку колокольчика. До следующего видео. До свидания.